Че, готов? Угу. Можно, жаль. Good news and bad news. Все так же сделано, как в последний раз. А как в последний раз? Да. Вот у него, давайте да, вспомним, как в последний раз был. Сливаемся вот здесь, вот все вчетвером. Да, да. А сказать? Мне кажется, он не специально, или специально? Он сказал по ОП, поэтому, скорее всего, это не специально. Не специально было. Я через детектор прошел, он сработал, и... Я забыл про это, что вообще так бывает. Keep your eyes. Куда-то там. Понял, Иван, вот эти детекторы рядом с дрелью. Да, 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 я сразу понял, что это. А ты помнил про это, да? Да, да, да. Я, наверное, первый раз за все время через них прошел. Ну, до того, как... Часть стрельбы. Прикроется, да, кто-нибудь один танет там с тем, кто пункту зовет. Я юзаю, прикрой. Че не дрель? Sounds like the drill is not functioning. We have to restart. Дымкин, что это они задумали? Все. Еще наверное опять так же будет этим дозером. А для чего вообще мы это делаем? Компьютер, в смысле. Ну, или защита. Стираем security footage. Дозер с чего, Вась? У меня два дозера. Вась, а что ты там делаешь? Я дрель чинил. Так, второй бежит вот этот, по майну. Еще третий выбежал. Блин, на нормале так хорошо игрался, что так все на каждом. Да, неплохо на нормале, вал. Тренировался. Надо было тренироваться на 111. А самое приятное до 145, то что там сваты с одной умирают. Здорово. Дрель сломалась, вам, парни. Бегайте. Там еще дозер идет. Может убьем его и потом пойдем? Идем. Погнали? Ты, ладно, погнали, погнали, погнали. Там только... Там высадились? А, уже высадились. Дозер. Да, наверное, начинаем. Хотя нет, попробуйте ему пацаны. Да пацаны. Да нет, да. Их мало уже. Опа. Сейчас, блядь, не выйдет снайп. 100 секунд, все, все, все. Я взорву. Дозер у нас. Че, вставим его? Он так стоит удобно. Он красный. Да. Блять. Всем. Орел. Все, я хочу, что ли? Мы вдвоем спокойно играем, если больше никого нет.
мне патронов дадите. Понял, понял, понял. Давай. Тяжелое время. Дрель сломал. И там на балкончике чего сверху. У меня одна, по-моему, 308. Ну, патрон дропнет тогда тут. Полная света. Сошел. Да я подберу тут кучу народа. Снайперы заспавнились. У нас на балконе снайпер, я убил. Майби еще там у вас. У тебя много патронов? Есть, есть маленько. Лучше ты на патрон. Ну я взял. Я убил снайпера. Я зашел. Давай. Немножко постреляю. Все вроде. Нет, не все, потому что да. Там мало. А, высаживаюсь. Чиню, 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 чиню. Последний, по идее, почему-то. Бля, они там с мейн зашли? Я все, 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 все. Минута. Ой-ой-ой-ой. Озер у нас. Орел. Блин, меня тазер попал, я с ГЛа гражданского убил. Ну, не вой, я не собираюсь. Господи. Это хорошо. Чё, пойдем мы сразу во время саута туда? Да, подготовился. По идее 30 секунд, да, осталось для отсобрели. Может, начнёте оттягивать? Пока есть возможность. Ну? Вы не дропали ничего, не сумму, а? Да. Здесь. Да. Нет, ничего нет. Так, что там, снайпер? Тут есть маленький. Можно сказать. Я сразу тебе побежал, честно, термит. Тут чисто. Ага. Дефолтная уже ситуация. Блокеры. Дальше никого. Три минуты получается, да, мы говорили. Да, три минуты. Бля, правда, мы сейчас дольше. Почему? Как-нибудь причину. Потому что... Потай, возможно, сам... В начале сану сразу снимал. Манагера они нашли. Я же сам нашел. Ну, манагер у нас был. А раньше бежать в смысле? Нет, нет. Давайте, короче, через 2 минуты. Вот сейчас пойдем, как сейчас, через 2 минуты. Угу. Я цеку получается... сразу кинул. Получается... Не, вот 8:20 через 2 минуты, 10:20. 10:10, 10:20, что-то такое. Hey, Hunter, follow my lead. По патронам у всех как патроны? Да, ну на дозеров хватит. Но если сейчас, конечно, валить начнут. Но я могу из бронка пока пострелять. Слушай, а мы же все равно здесь дроп делаем какие-то. Проходит у нас немного, у нас тут не видно ни хрена. Сложно. Да, дым. Там щит. Два щита. Одного здорово. Второго здорово. Короче, 40 секунд. Надо уже, по идее, уходить. Погнал, погнал. Бля, я не похилился, ошибка получается.
я забыл. Нормально, тут вроде... Ну никто не похилился. Особо никого нету. Не, я имею в виду на дозер, что не надо хилиться. А-а-а, бля. Ну всё, чё? Я вчера это говорил, блядь, ну ладно. Бля. Ну раньше уж... Ещё на секунду 10. Хуёв получился, конечно. Ну, сзади как-то мало, что он тут. Ну, с лифтов. Так же, в тату был. Чё, тебя. За Вованом? Право. Бля, идут двое. Че здесь будем сидеть? Ну сейчас по ситуации посмотрим, может получится выйти. Мы какие-то коцы, ну и все. Там уже щиты, я слышу. Но они быстро сейчас прибегут. Они уже, наверное, побежали. Мы сидим вот тут вот или в комнатке это? Я просто не знаю даже где лучше. Они будут просто из дырки прыгать к нам. Да, из дырки, из дырки, из дырки. Дырка двое упад. В хранилище зашел один к нам. Откуда мы деньги были? Дыма, бля, что, я не уверен по поводу того, что надо наверх. А, мы не выйдем уже, походу. Да, там много очень. Дозер, дозер. О, хранилище обратно. Хранилище, пиздец. Да, можно так не хуярить, блин. Чисто по мне. Сидят трое, стреляют по мне, блядь. Я вообще никого не видел, кстати, не понял. Тебя с дырки стреляли, обстреляли? Так, ладно. Может, раз с сторонами поменялись? Ой, офигеть, по-моему. Чё, дропать, может, здесь будем партию тогда? А там уже пробежим просто. Что-то как-то не прут особо. Вот такое эхо. Let's go! Let's go! Их по ощущениям не особо много. Может, вам кажется, конечно. Ну вот они и подбегают. Справа. Ну, патрушки собрать. Мне кажется, это то самое обманчивое чувство. Да. Нет, дымки. У них же во время ассалта даже есть какие-то свои перерывы. Ну да, они правильно могут типа накатывать или нет. Или может мы просто убиваем бачку, они там спавнятся, потом стираются опять помогут. И возможно какая-то часть пока стоит, просто пока мы не продвигаемся. Ну, да. Кто-нибудь помнит, сколько их ну, спавнится максимально? Ой, я такого, по-моему, даже и не знал. Все, блин, это же еще мод, да? Измененное число должно быть больше. Прикольно. Много там. Подходит. Да, кажется, много. Но у нас следующий, походу. Спрыгивает тоже тут. Так.
Их там много, мне трэпится. Простреливаю стол, простреливаю. О, нет. Я подниму. У меня больше всего хп. Чё, может хилимся, берем патроны и уходим? Когда отстрелил, то есть. Пока не убавляется. Но они не будут так резко убавляться, их же надо давить все равно. Да, 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 ну что, это конец. Но пока дыма не кидают, правда, это зайти их хуй. Орла! Офигеть, куча вылезла. Офигеть. Поднимай его. Короче, я положил сумку с патронами. Все равно надо рано или поздно уходить, или мы не успеем. Да, пичку тоже можно, мне кажется. Нужно, нужно. Хильтись. Сколько времени, Юр? Посал ты? 6:30. Голок давить тогда, как похилить. Ну, много стоит, еще прибывает, надо прям давить конкретно. Слава нам слева, иди справа, да. И возьмите кто-то в дырку. Блин, в дым не выйдем, да? В дырке нет никого. В дым нет. Я не вижу ни хрена. Отойдет. Гормога отойдет. Много, много. Стену стреляют. Че, выходим? Стоим. Потихоньку, потихоньку. Нельзя это стоять. Справа. Тейзер справа. Ну и что, дальше, дальше? Хильц, не надо, никого не надо. У меня снайпер. Ну бля, ну они уже все, сразу. 4 снайпера убил. Пизда. А, дай, дай этих пускай. Посол закон. Да короче, очень крайне сложно из хранилища уходить, прям пиздец. Что, да? Да, да, да. Не нельзя терять время. Снайперов, снайперов не забудь. Бля, лоу хп нахуй, пиздец. Медленно марки стоим, да? Ну надо смотреть. Никого нет, никого нет, никого нет, никого нет. Идем, идем. Никого нет. Снайпер, снайпер, наверх, снайпер. Снайпер убил один. Динамит. Погнали. Я правый ставлю, блядь. Я нижний, левый. Я верхний. Дэма же нет, да, взрыва? Он патрошки парни. Он есть. Патрон берите вместе, да? Так, ну сейчас вообще все будут, да? Я прохожу, да.
Минута у нас все точно. Дозер. Щиты могут быть снизу врач, такой был. Тазер, точно тазер, по-моему, парочку. Тазер. Арви? Бать, чё за дым охуенно? Охуенно. Я подымаю. Да. Я прикрываю, подымаю. Он тут один? Походу. Еще дым такой, блин, что за... Тайминговый. Я думал, он с спины кто-то будет. Я врываюсь, да? Чистый, да? Пугает тылами своими. Найс. Good job, team.